Меня зовут Дмитрий Чабан. Я занимаюсь психотерапией, онлайн-терапией. Практику веду с 2012 года. Дима, как ты попал в профессию? Да, я попал в профессию не сразу. Это мое третье образование. Я сперва приехал в Киев из Каменец-Подольского, поступил, учился экономике. У меня два высших экономических образования – финансы и маркетинг. И я работал 17 лет в маркетинге. Сейчас я осознаю, что, наверное, с первой работы мне не нравилось то, чем я занимался. Я из семьи врачей, ну вот прямо из династии, бабушки, папа, мама, там много людей. Ну вот я как-то пришел к исцелению здоровья психического и физического, это все связано. Пошел сначала к психотерапевту, потом подумал, я тоже так, наверное, могу. Пошел учиться, поступил в институт Шевченко, так пришел в профессию. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я гештальт-терапевт. Я работаю в гештальт-подходе. Гештальт-терапия – это одно из направлений психотерапии. Простыми словами, три принципа есть в этом направлении психотерапии. Это актуальность, осознанность и ответственность. Актуальность означает, что даже если что-то возникло в прошлом, какая-то сложность, все равно сделать я с ней могу что-нибудь только здесь и сейчас, и никогда больше. Ответственность, поскольку гештальт-терапия принадлежит гуманистической психотерапии, гуманистической психологии, то в целом вот в гуманистической терапии клиенту вернули его права, например, не соглашаться с одной стороны с терапевтом, с интерпретацией терапевта, как это часто бывает в психоанализе, и нести ответственность за то, что он делает или не делает со своей жизнью. Частью людей считается, что осознанность – это единственная цель гештальт-терапии, потому что человек, который начинает что-то замечать или осознавать, перестает быть тем, кто этого не осознавал. У него появляется больший набор, спектр выборов, что с этим делать. Человек может осознать и продолжать поступать так, как он поступал, но осознанно. С какими темами ты хорошо работаешь? Я вот часто в связи с гештальт-терапией отвечаю так на этот вопрос, что гештальт-терапия – это терапия процессуальная. То есть, по сути, терапевт работает с процессом. И этот процесс может быть любым, и тема может быть любой, даже если у терапевта нет, собственно, опыта в этой теме. Но если говорить о моем опыте личном в какой-то теме, с чем я так больше знаком, то это тема конечности, смерти, выбора, в том числе профессионального, расстройства пищевого поведения, мужского процесса рядом с женским и вообще в жизни. У меня есть специализация по семейной и парной терапии. Я работаю с парами, работаю индивидуально, веду группы. Работаю на украинском, русском и английском языках. Что для тебя психотерапия? Я жалею, что я не пришел к психотерапевту гораздо раньше. Я сам пришел к терапевту где-то в районе 33 лет. И завидую молодым людям, которые приходят ко мне в 20 лет, 23-25. Психотерапия дает возможность улучшить качество жизни, строить свои выборы в жизни, исходя из того, что важно вам, под какой саундтрек я закончил бы фильм о себе. Royal Blood, Out of the Black.